Привет, друзья! Ой, сейчас камеру. Сегодня четверг, завтра пятница, у Ани два выходных, и мы решили, что пора уже покупать подарки и покупать какие-то рождественские украшения. И вот мы выезжаем с ней в магазин. Сначала пойдем в Костко. Я хочу показать, как выглядит праздничная Костко. Очень много товара такого, что нет его в течение года, только на праздники, на Thanksgiving и на Рождество. Вот. И в декабре очень много у нас праздников, кроме новогодних, да, Новый год, Рождество. У нас еще два семейных. Это день рождения сначала у мужа в начале месяца, а потом в конце месяца перед Рождеством у Ани. Поэтому мы едем, может, какие-то уже подарки присмотрим. С Аней я еду покупать папе подарки, а с папой поедем покупать Ане подарки. Вот. Ну и на Рождество тоже что-то надо. То мы вот так решили прогуляться, посмотреть. Я уже немножко хожу, медленно, немножко хромаю, но как бы я думаю, что я выдержу этот шопинг. Хочу очень показать, как выглядят сейчас магазины. Все очень рано они украшают, очень красиво, все уже светится, все елки, дома, вечером едешь, такая красотень. Не жалеют они денег на это, я вам скажу. Покупаются дорогие надувные игрушки, украшается полностью дом гирляндами. Все очень красиво, я прикреплю видео, как это выглядит вечером. Ну и все, до встречи в магазине.